Ну вот и сейчас состоится третья заруба. Кто съест 5 хинкалей на скорость быстрее? Короче, что, у нас было с Дэном 2 зарубы. Что-то надоело нам зарубаться бесцельно. Короче, решили мы совместно подготовиться к соревнованиям по стронгу. Готовиться будем мы на турнир «Открытый кубок Москвы». Это, можно сказать, как чемпионат России в категории до 95 килограмм. Равных нам там не будет. Равных нашему бараньему весу точно не будет. Как из пятерочки, План будет такой. Сначала мы работаем над самыми слабыми движениями, а именно классическими движениями, которые будут на соревнованиях. В конце будем осуществлять заминку. Возможно, кстати, это будет даже для многих интереснее. Жимы лежа, подтягивание с весом. Все, что вы так любите. Ну, сейчас все пойдет нормально. Байковый! Повышаем градус немножко. То, что всех так волнует. 87 с чайными пакетиками, ребят. 2 или 3. 3, ребят. Сколько это? 92. Скоро тебя догоним, братан. А с чайными пакетиками? Чувствуешь? Чай настоялся, ну аромат, бра, байховый, походу, чай. Байхи прямо. Фермера первым в эстафете поработаем. Плюс покрышка, жим коромысла, ну, толчок коромысла. Гантель поработаем сегодня с этим дамбом цирковым. И пятым армагран. Девчонки, пишите, если хотите в джакузи к Витьку. Есть место еще. Дэн, давай откисни немножко. Ту жизнь познал, тут не спеши. Упирайся больше ногами, ага. И прям просто... Просто руки, короче, не кистями ее, да, а плечи, плечами. И все, чуть подбил, и все, она уже у тебя здесь. И дальше пошло у тебя движение. Оп. Покрышки много не будем, сейчас для разминки этот кружочек и две покрышечки перевернем. Потом уже по мере поступления до рабочего веса как доберемся. Как из пятерочки, брат, бежит. Ну давай сейчас начнешь. Не разгоняться. Да. И семенящими. Семенящими набираешь. Ну поехали. Все было нормально? Но на развороте. На развороте, да. Чуть замедлилось. Здесь немного более плавно. А в эстафете сколько раз покрышка? 5 примерно. И на все про все тебе дается лимит 1.5 минуты. Что, будете пробовать? У меня эстафета через чай, короче. Так это усложнил. Это как пиво через затяжку. Я начинал свой путь, я не знаю, стронга сказать громко. В гараже были 2 чемодана таких. Они были, короче, из цемента. И они были дико неудобные, по 100 килограмм каждый. Они вот тут ноги вообще сносили нам в говно. Стронгом я с детства на нем вырос. С бабушкой мы по телеку смотрели постоянно, когда Турчинский вел. Это вообще я вырос. Тогда вообще классика была, по-моему. Большинство, кто вырос на этих Кудзиновских, Как Сашана, короче, сумками. Обратно уже такой. Сейчас ее потолкаем на плечи. Пробовал, опять же, как я делал, в ножницы толкать. Но удержать гораздо сложнее, чем любой снаряд. Тут 2 варианта. Либо ты толкаешь прям, ногами работаешь мощно, но готовься, что будет мотать очень сильно. Либо шум жимовой делаешь. Делаешь, отходишь, ставишь. Навесили страшно, пацаны.
раз надавили. Не надорвись, не надорвись. Оп! О, блядь! Дали меня. Нарушил все законы. Сейчас за вот эти три тренировки задача, я говорю, выяснить векторы наши. Такие слабые места, прям по которым надо будет ударно работать. Будем нормально учиться толкать? Да? Нормально будешь или будешь по-своему? Уже не будешь менять тихо. Сукали, да? Нормально будешь или по-своему? Как разговор поставлю? Мне кажется, я сейчас плеча и вообще не толкну. У меня мнение такое. Вот толкаешь ты своим, у тебя идет нормально одной рукой. И, блядь, не менять уже. Ну. У тебя нормальный результат. Гиревая техника. Ставишь локоть под вздошный гребень вот сюда вот. И получается, что инерцию ног передаешь гирю. А в стронге с плеча, короче, как ее вот сюда на трапу кладут. Я пробовал, я беру на это самое, начинаю подседать, она мне валится, короче, в сторону, блядь, и все. Bunches and bunches, punches is thrown into your frontless. Oodles and noodles, pain bullets that suck with noodles. Last album fooled, proved that we was fucking brutal. I'm talking crazy, half past the clock is cuckoo. You rappers doodle, baby shit. Можно не зацикливаться, но да. Все, дальше там кайзер, сейчас мазафака будет. Заключение из соревновательных движений будет у нас arm over arm. На соревнованиях это будет либо машина, типа что-нибудь Геленвагена. А кто чтоб... быстрее, тому этот гелик достанется? Да, достанется. Либо оно покрышка такая 320, но покрышку гораздо тяжелее тащить, чем машину. А мы будем работать с санями. Мы будем ашот использовать? Конечно, ашот сейчас у нас будет в виде веса. Пойдем, Эш. Эш. Эш на армянском, знаешь, что такое? Нет. Пешак. Я не знал. Пойдем немножечко ОФП, подзакачаемся, поработаем над грудными. Я вижу, ведь ты в жиме не особо силен. Да, а как увидел? По глазам страх появился. Страх, я же. А страховать меня что, не надо, Дэн? Ой. Блядь, прижало, ты что? Ой, у тебя как качок в нём настоящий. Да, да? Ох, видишь, разводит, блядь, грудные, что проработать. Слушается, блядь, комментариям. Конечно. Obey no rules, I'm doing me. Smoke kush transport to the airport. Customs found a joint in my passport. Full cash. Сколько сделаешь? Я сделаю. Out the area. Rhyme animal, pit bull terrier. Rap terrorist, tear I teared up. Brought gas in the matches to flare it up. Militant Michael, Michael, psycho. On any ally or rival. Born black that's dead on arrival. Вон, я позавчера отжимался, в лесенку играл с кулаком. Так что думаю, должно все получиться. Я думал, что на раз Ну, 36 есть, ребят. С оторванной жопой. Да не люблю я жать, вообще дичь какая-то. Super cap with dot dot in the dust, no bottle to touch. I got firm clutch on a grip in a box, and my ghost ride a tank. Come on, come on, come on, come on! Shmee, bleh! Shmee! No flash, we shit to the shark tank judge. We are built as a smart stuff, you good crew to fuck with, better than luck. Нормально. Спина, блядь, ошибаюсь. Вот и подошла первая тренировка к концу. Друзья, пишите в комментах, интересно ли вам наблюдать за нашей подготовкой к соревнованиям. Итак, сегодня я узнал, сколько я жму, только с цепями, без цепей не знаю, сколько жму, поэтому по-прежнему это загадка для всех. Вот, узнали, сколько стоим в планке, вайтенко, шреддер, заруба. Узнали свои слабые места, над чем работать.
Было приятно узнать, что есть и сильные места, которые можно, грубо говоря, так проскочить и уделить внимание более проблемным упражнениям и движениям. Вот, все, шреддер.